Значит, то, что касается смазанных ресниц, помните, я вам рассказала, кисточкой можно убрать. Значит, берем кисточку обязательно, чтобы щетинка была такая жесткая немного, да? И просто этой кисточкой, вот таким образом, может быть, немножко неприятно, ну, прямо вот этими волосками, вот то, что мы намазали. Бывает иногда здесь, где тени,